Всем привет! Сегодня будет обзор моего заказа по второму каталогу, который посвящен, конечно же, больше мужчинам. Во-первых, 14 способов, как покорить его. И на обратной стороне обложка, где 20, по-моему, 3 способа подарков для мужчин. Итак, то, что я себе заказала, то, что мне понравилось, а также новиночка, только что делала макияж бровей и сводчики. Это будет отдельное видео. Смотрите на моем канале. Итак, это мой заказ по второму каталогу. Он только для себя, для своей семьи. Здесь заказ на 342 балла. Давайте уже подробнее рассмотрим. Ну, прежде всего, так как драйвер каталога и тема нашего каталога — это 14 способов покорить его на свидании без слов. И это все-таки мужской каталог, где есть множество потрясающих подарков, 23 подарка для наших мужчин. Новиночка — это лосьон после бритья. Также вы можете выбрать сразу 3 средства с 70% скидкой за 449 рублей. Как вы видите, я заказала 2 таких серии. Кроме того, дополнительно я заказала для мужа гель для бритья. Почему-то я до этого его пропускала в скидках, не заказывала, это новиночка, муж еще не пробовал. Также новинка каталога — это классический аромат туалетной воды Луи, но она все-таки звучит немножечко по-другому, и мне чем-то напоминает Мидсаммер. Мы уже его с мужем вместе протестировали, нам он очень понравился, такой интересный, свежий. Также заказала мужу косметичку, и в нем, вы уже видите, в нее он уже положил свои средства. Наверное, каждый каталог я заказываю какой-то из ароматов спреев. Я не знаю, как у вас, но это, естественно, постоянно идет расход. Что еще? Это зубная паста. Новиночка — карандаши для бровей. Я сделала отдельный обзор на них, рассказала, насколько они мне понравились и как выглядит макияж. Также всем в подарок, за 299 рублей пришел набор, на выбор. Я заказала себе средство Essenza. Уже в течение многих лет я слышала только самые лучшие отзывы об этом скрабе. Это мега продажи он имеет, но почему-то я впервые его заказала. Пробовала все, новиночки, но только не его. Имбирный скраб, поэтому наконец-таки есть он и у меня. Когда я своим девчонкам сказала, они были в шоке. Неужели я столько лет проработав в Oriflame, еще его не пробовала? Нет, девочки, не пробовала. Так что, когда мне говорят: ой, я уже все знаю, мне продукция там Oriflame не подходит. Ребята, даже я в 15 лет в компании, и то не все продукты пробовала на себе. Ну и, конечно же, как вы знаете, наверное, уже видели мои видео, для меня мои волосы — это все. Для себя, любимый, я всегда заказываю такие продукты по уходу. Это пенка для того, чтобы придать волны с моим локоном, накрутить их. Я не могу без нее, и уже, наверное, это 10-й флакон, который я использовала. Также всегда, когда есть распродажи, беру вот такие мини-версии лака для волос, потому что они очень удобны в поездках, либо подправить, кинуть в сумочку, сделать под часа, делать начес. Где-то одна поездка, неделя, и вот мне хватает этого флакончика. Новинка у нас запускается — антивозрастная серия для волос. Не пробовала, потом вам скажу. И ту серию, которую всем однозначно рекомендую, это серия для волос Элео. Когда есть скидка, я все время покупаю про запас. Здесь вы видите также жидкость для снятия лака. Ну, не буду делать рекламу, все они знают. Также заказала подушечки для ног, туфельки. Попробую тоже, пока еще не знаю.
Ну и, конечно же, как без wellness. В каждом каталоге вы всегда увидите эти продукты. В этот раз мне два продукта wellness, витаминчики пришли бесплатно, то есть я сэкономила порядка 4000 рублей. Итак, два оттенка, светлый и темный. Я вам рекомендую их иметь оба. Почему? Чтобы можно возможность было подкорректировать, красиво действительно рисовать форму. Эти оттенки имеют серый подтон. Вы можете видеть, какой более светлый и темный оттенок. И по стоимости этот заказ на 14 тысяч рублей, с учетом того, что еще Wellness пришел бесплатно по подписке каждый четвертый шаг, то есть добавим сюда еще 4 тысячи плюс 20%, это где-то около 20 тысяч по каталожной стоимости. Еще используя всякие мои скидки, бонусы, как вы видите, что я заплатила сумму под накладной всего лишь 7 тысяч рублей. Вот, и посмотрите, все эти продукты вы также покупаете, как и шампуни, укладочные средства, лаки, гели для душа, для ухода за ваш, ну, мужские серии, все это покупаете также в магазины, так же, как и я. Отличие только, что кто-то пользуется большими скидками, кто-то нет. Поэтому, если вы не оформили, обратитесь к любому представителю компании Oriflame и сделайте это как можно быстрее. Все, всех целую, пока-пока, до новых встреч!